Приветствую на своем канале. Сегодня готовим пирог с консервированными персиками. Чтобы нам не пачкать посуду, мы сразу смажем форму маслом боковушки, пергаментную бумагу по форме низ. И сюда мы будем выкладывать наши нарезанные персики. Форму можно смазать маслом, маргарином или растительным маслом. Персики нарезаем как хотим. Кубиками, дольками. Покрупнее, помельче. Два яйца, 100 грамм сахара, щепотка соли, пакетик разрыхлителя 10 грамм. Миксер нам не нужен, можно все перемешать венчиком. Нам пышная масса не нужна. 100 грамм растительного масла рафинированного, 150 грамм сиропа от персиков и полный стакан муки. Муку желательно просеять. Температура 180 градусов, 30-40 минут. Пирог у нас получилось. Готовность проверяю деревянной шпажкой. Если вы не едите сильно сладкий, то сахар можно не использовать, потому что у нас сироп сладкий. Если у вас натуральные персики, то можно вместо сиропа добавить молоко. У нас с вами два варианта. Верх можно использовать такой, а можно перевернуть и снять пергамент. Он еще горячий, аккуратненько. И вот наш пирог. Он еще горячий, можно посыпать и сахарной пудрой. Я сняла пергамент, но верх из-за персиков, так как они были мокрые, низ был влажноватый. Я прям в тарелочке поставила в печку буквально на 5 минут и слегка подсушила. Оп. Посмотрите, какая красота получилась. Он еще горячий, но посмотрите, какой он воздушный и мягкий.